Около 20 новых кормушек для птиц появились в Ильмашевском парке Екатеринбурга. С наступлением холодов помочь пернатым вызвались ученики школы-интерната номер 10. Деревянные кормушки слабовидящие ребята сделали своими руками. Ребята обратились к учителю труда Андрею Васильевичу с просьбой провести акцию «Кормушка для птиц». Андрей Васильевич строит урок именно так, чтобы дети смогли выполнить все операции, которые необходимы по изготовлению кормушки. Каждый школьник смастерил сразу несколько кормушек. Из-за особенности здоровья времени на работу у ребят ушло немного больше – около 3 уроков труда. И вот сегодня дети развесили кормушки на деревьях. По словам директора школы-интерната, ученики регулярно участвуют в подобных акциях. В планах изготовить еще около 10 кормушек для пернатых обитателей парка Маяковского. У нас слабовидящие дети, поэтому им, конечно, вдвойне сложнее все это делать. Но когда один экземпляр сделали дети, второй, третий, четвертый, и уже когда действия отработаны, уже получается в удовольствие работают дети. Мы эти кормушки делали 2-3 урока, и мне понравилась эта работа, потому что очень интересно, познавательно. Я еще бы сам с удовольствием сделал бы еще несколько кормушек.